Друзья мои, приветствую вас снова. Надеюсь, что результат вас радует и все у вас получается. Мы с вами завершили вязание передней части. Надеюсь, что все у вас получилось и никаких сложностей не возникло. Теперь предлагаю перенести петельки подреза на дополнительную нить. Просто их необходимо отделить от основного полотна. Я поступлю очень-очень простым, я бы даже сказала, примитивным способом. То есть с помощью иглы просто пересниму эти петельки. Если у вас есть булавочка, пожалуйста, сделайте так. Хотите, перенесите дополнительную нить, провяжите. Это уже как вам больше нравится, по большому счету значения это никакого не имеет. Единственное, попрошу вас аккуратненько это все сделать, чтобы не растягивать петли. Так, сколько петель у нас должно быть? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Это петли, которые, помните, мы отсчитывали на перед. И 12 петель, которые у нас ушли на, как бы вот на спину, в область спинки. Раз, два, так, сразу три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10, 11, 12. Чудесно. Так, прекрасно. Я теперь просто беру и связываю ниточку. Потом мы с вами вернемся к этому месту и с помощью иглы закроем очень красиво и аккуратно эти петельки. Я покажу, как это делается. Если вы никогда этого не делали и не умеете, то ничего страшного, не пугайтесь. Есть отдельное видео. Я вас обязательно сориентирую. Внизу под видео вы найдете ссылку на это видео. Там все подробно, подробно, наглядно, наглядно показано. Более того, видео очень развлекательное. Позволит вам отдохнуть немножечко, отвлечься и так с легкостью освоить эту технику. Итак, теперь разворачиваемся на спинку. И в наших записях отлистываем обратно к 133-му ряду. Мы с вами возвращаемся. Помните, это тот самый ряд, в котором произошло разделение полотна на переднюю сторону, соответственно, и на спинку. Переднюю мы провязали половину лицевого ряда. Теперь наступает черед вязать спинку. Да? Вяжем лицевой ряд. Вяжем вот петельки, как они на нас смотрят, так и вяжем. Ничего здесь не происходит. Никаких убавлений, прибавок, убавок, ничего не происходит. Смотрим. Значит, провязываем петельки, провязываем область змейки. Вот здесь вот тоже петли провязываем. Не забываем, что лицевые у нас все перекручены. И давайте покажу вам, как мы вяжем кромку. Что касается рабочей нити, предлагаю вам отложить кончик такой приличной длины 20-25 сантиметров. С помощью этого кончика мы в итоге будем закрывать вот эти петельки, нам он пригодится, поэтому вот начинаем вязать отсюда. И давайте, что мы с вами делаем? Просто напомню, да, про кромку напомню, а так, конечно, вы все это уже все знаете. Итак, первую петельку провязываем, закрепляем нить. Вторую петельку лицевую снимаем, не провязанную. Повторяем все то же самое, что мы с вами уже делали спереди. Далее у нас изнаночная. Потом нам требуется лицевая, а у нас, видите, идет изнаночная. Ничего страшного, мы эти петельки меняем местами. Поменяли местами. Чудесно. Провязываем лицевую, провязываем изнаночную, провязываем лицевую. Да, вот такая вот манипуляция у нас здесь произошла. Ничего страшного, все правильно. Далее вяжем просто по рисунку. Этот ряд очень простой. И точно такое же действие вы повторяете вот здесь, с левой стороны. Ваша задача вот какая. Эта лицевая у нас остается. Эта лицевая у нас не провязанная снимается. Изнаночная у нас тоже остается. Мы ее провязываем, как она, в общем-то, и на нас смотрит изнаночной петелькой. А вот эти двух подружек нужно будет поменять местами. Да? То есть раз, два, три петельки неизменные. Четвертая, пятая меняется местами.
Все. Никаких других изменений в этом 133 ряду не будет. Следующий 134 ряд вяжете точно так же, просто вот по рисунку, как вот петельки идут, так вы их и провязываете. Единственный момент, пожалуйста, не забывайте, да, что вот эти вот все перекрученные лицевые в изнаночном ряду, они у нас превращаются в изнаночные. Вот вы их тоже провязываете перекрученным образом. Я думаю, что нет смысла это напоминать лишний раз, потому что вы же только что провязали вон сколько полотна спереди. Ну, на всякий случай, для новичков это будет не лишним. Мы с вами сейчас находимся в 135 ряду. Давайте посмотрим, что в этом ряду будет происходить. Ну, во-первых, мы делаем убавление. Первое убавление у кромки для формирования выреза проймы. Так, сейчас мы с вами это проделаем. Далее мы с вами поставим накид в нашей змейке. Накид у нас будет располагаться слева, условно слева от самой змейки, да? Слева, то есть две петельки мы провяжем с наклоном вправо. И не забываем о том, что мы все-таки должны с вами завершить рисунок, логично завершить его, как он у нас начинался, да? С одного обвития 4 петель по центру, соответственно, и завершится он также обвитием 4 петель по центру. Ну и логично, что вторая часть этого ряда будет провязана зеркально. Давайте вместе его провяжем. Первую петельку снимаем, вторую петельку снимаем лицевую непровязанную, изнаночная, и теперь формируем первую убавку. Так. Чудесно. Убавили одну петельку в полотне. Далее вяжем по рисунку. Приблизились с вами к началу рисунка. Провязываем одну изнаночную. Помним, да, что у нас на спинке узор отличается от передней части только лишь тем, что здесь у нас одна изнаночная отделяет полотно резинкой, связанное от узора центрального. Спереди мы вязали три изнаночные. Это единственное различие. Итак, одна изнаночная, затем две лицевые петельки провязываем вместе с наклоном вправо, ставим накид, далее три изнаночные. Ну и далее мы вяжем рисунок, не забываем про необычные лицевые петли, не забываем. Вот японцы умеют, да, придумывать что-то посложнее. Посложнее и повычернее, но в результате действительно смотрится очень эффектно этот рисунок. Так, три лицевые, третья лицевая по счету идет. Две изнаночные. И вот я приблизилась к центральным четырем петелькам, которые сейчас будут участвовать в формировании рисунка. Так, провязали лицевую, изнаночная, изнаночная, лицевая. Ну а далее у нас все повторяется, все то же самое, что мы только что проделали. Первая лицевая, вторая лицевая, третья лицевая. Так, раз, два, три изнаночные. И не забываем, тоже делаем здесь змейку. Убавление. Две петельки вместе с наклоном вправо. Накид. Одна изнаночная. И мы завершили рисунок. Так, продолжаем вязать этот ряд. Не забываем, что нам предстоит сделать убавление возле кромки. Так, смотрим, где мы с вами находимся и что нам предстоит сделать. Крайняя петелька, лицевая, которую мы не будем провязывать, изнаночная. А вот эта лицевая принимает участие в формировании убавления. Соответственно,
четвертую, пятую петельку мы провяжем вместе, а 3 петли провязываем просто по рисунку. Я сориентировала тех, кто, может быть, еще неуверенно себя чувствует. Итак, вот они, две эти подружки. Четвертая и пятая петелька, если мы считаем слева направо, мы их провязываем вместе с наклоном вправо от кромки, да, то есть у нас смотрит убавление, смотрит как бы в сторону центра. Изнаночная, лицевую мы не провязываем, снимаем. И крайняя петелька. Я напомню, я ее провязываю изнаночной петлей, но за левую дужку. Вот таким вот образом провязываю. Чудесно, это был 135 ряд. 136 ряд, пожалуйста, провяжите самостоятельно, там все очень просто. Не забываем про перекрученные петельки. 137 ряд очень простой, а здесь ничего происходить не будет, ничего неизменного, я имею в виду. Вяжется полотно вот по рисунку. Вот как петельки на вас смотрят, как они стоят, так вы их и провязываете. Соответственно, точно так же вяжете следующий 138 изнаночный ряд. Теперь нам с вами предстоит провязать 139 ряд. И что же тут будет происходить? Ну, во-первых, мы сделаем второе убавление у кромки, и это будет последнее убавление. Больше убавок в части формирования проймы никаких не будет. Вы меня спросите, почему? Спереди мы делали 4 убавления пошагово, да, с интервалом в 4 ряда, а здесь всего лишь 2. Дело в том, что со спины у нас и так получится более глубокий вырез, ведь мы отвели большее количество петель изначально. Когда формировали пройму, мы 12 петель отвели на область спинки и лишь 8 петель отвели на переднюю часть. К 8 петлям, уже по сути убранным из полотна, мы добавили 4 убавки, и соответственно у нас получилось 12 петель, которые мы убрали из полотна. Вот такой вот глубины у нас получается вырез спереди. Он по большому счету не очень выраженный, это хорошо, это позволит вам не стесняться и не переживать, что возможно будет видно нижнее белье. Таких опасений у вас быть не должно. Что касается спинки, то мы и так по сути здесь уже сделали большее количество убавлений, да? То есть у нас 12 петель изначально убраны из полотна. Одну убавку мы сделали 13, и вот сейчас 14 убавку, я имею в виду 14 петлю, мы убираем из полотна со спины, и больше мы никаких убавлений делать не будем в области кромки. Итак, что касается рисунка, то здесь нам предстоит поставить накид, он будет с правой стороны от змейки, с правой стороны, и будет убавка, то есть две петельки мы провязываем вместе с наклоном влево. Если вам не очень удобно, что я вот так вот подробно, пошагово рассказываю про каждый ряд, ориентировано это видео, конечно же, на новичков в первую очередь, то, пожалуйста, вы всегда можете обратиться к схеме и ускорить свой процесс. Пожалуйста, продолжайте вязать рисунок. Помним, да, что через 7 рядов в 8 ряду у нас с вами начнет снова формироваться рисунок. Вот такой вот рисунок изначально, который мы отвязывали без изменений, да, то есть в 8 ряду лицевом. Начиная от вот этого единственного обвития. И также помним, что нам предстоит связать скос петель для формирования лямочки. И, соответственно, потом соединяем ее с лямочкой спереди. Это нам предстоит еще не скоро. Но если вы отважились на самостоятельную работу, то, пожалуйста, ориентируйтесь на тайм-код, который находится внизу под видео. Там все прописано. На каком этапе, на какой минуте, что мы делаем. Желаю вам, естественно, успешного вязания. Итак, для тех, кто вяжет со мной, кто ориентируется по рядам и по петлям, напомню, сейчас мы с вами вяжем 139 ряд, в котором, еще раз, делаем убавление, последнее убавление, и делаем накид в области змейки. Потом 140 ряд предстоит, это изнаночный ряд, там ничего не меняется, просто его провязываем. Ну, как вы понимаете, далее идут 141, 142 ряд, тут ничего происходить не будет, никаких изменений, вы просто вяжете петельки, вот как они на вас смотрят, так вы по рисунку их и провязываете. 141 лицевой, 142 изнаночный. Настал черед 143 ряда, и в этом ряду мы с вами приступим к вязанию
нового раппорта, да, снова начинается вот этот вот раппорт, длинный, высокий, вытянутый раппорт, потому что мы провязали положенное количество рядов. Здесь у нас 7 рядов получилось после того ряда, где мы делали обвязку. Кроме того, здесь у нас с вами будет накид, мы будем продолжать вывязывать змейку, накид и убавочка с наклоном вправо. Давайте провяжем этот ряд. 144 для тех, кто нас опережает, кто торопится. 144 ряд изнаночный вяжите просто без изменений. Ну и, разумеется, 145 ряд тоже лицевой вяжите без изменений, ничего не будет происходить. И следом 146 изнаночный тоже без изменений. Итак, 143 ряд, напомню. Сняли петельку. Напомню, да, я когда петельку снимаю, специально разворачиваю таким образом, чтобы рабочая нить, вот, она оказалась как бы продолжением левой дужки. Вот, видите, да? Вот, левая дужка. Сейчас вам покажу, чтобы было наглядно видно. Вот, петельку если развернуть, как подковку. И, соответственно, она расположена ближе к следующей петле, так удобнее. Вторую петельку сняли, непровязанную, и пошла работа. У нас начинается новый раппорт, соответственно, мы провязываем 4 центральные петельки рисунка, делаем обмот рабочей нитью. Так, вот у нас начинается, приближаемся к рисунку, начинается у нас рисунок. Изнаночная петелька, теперь 2 петельки мы вместе провязываем, вывязываем змейку, наклон вправо, накид. И 3 изнаночные. 1, 2, 3. Затем, в принципе, мы уже все это помним, да, мы все это уже проходили неоднократно. Нам нужны 4 центральные петельки. Вот они, соответственно, до них мы провязываем 1, 2, 3 лицевые, 3 столбика с лицевыми петлями. Перекрученные, разумеется. Так, проехали первую петельку. Проехали вторую петельку. Проехали. Третья. Угу. Вот эта четверка, которая нам нужна, и мы ее вводим в работу, вводим в будущий рисунок. Так, сделали обвитие 4 петель и далее вяжем просто по рисунку. Снова первая лицевая, вторая лицевая, ну и третья лицевая. Не забываем, здесь точно так же вывязываем змейку, то есть мы делаем убавление с наклоном вправо, накид, ну и дальше одна изнаночная, и далее резиночку по рисунку. Значит, следующий 144 ряд изнаночный провязываете, 145 ряд провязываете лицевой без изменений, абсолютно легкий ряд, и, соответственно, 146 ряд тоже без изменений изнаночный провязываете. Наступил черед 147 ряда, и давайте посмотрим, что мы с вами будем делать в этом ряду. Ну, во-первых, здесь будет накид, да? Наступил черед ставить накид с правой стороны от змейки, условно, право и лево. Соответственно, наклон 2 петель у нас, мы делаем убавление, провязываем 2 петельки, и наклон у нас будет направлен в левую сторону. Что касается рисунка, то наступил черед делать 2 обвития. Вот они будут расположены рядом по соседству с предыдущим центральным обвитием. По большому счету мы сейчас повторяем с вами вот этот вот ряд, да, где у нас 2 обвития. Соответственно, до этой четверки первой, где у нас будет происходить обмотка нитью, нам нужно будет провязать 2 лицевые дорожки. Все очень просто. Затем идет 148 ряд изнаночный. Понятно, он идет просто изнаночный, без изменений. Далее 149 ряд тоже вяжется лицевой ряд без изменений. Просто вот как петельки стоят, так их и провязываете. И, соответственно, 150 ряд вы провязываете изнаночный просто без изменений. Давайте встретимся с вами в 151 ряду. Добро пожаловать в 151 ряд.
В этом ряду мы с вами будем делать несколько манипуляций, а именно поставим накид. Накид у нас будет слева от змейки, соответственно, наклон двух петелек будет направлен вправо. Также мы продолжаем выстраивание рисунка, и настал черед делать три обвития. Три обвития у нас будут идти подряд. Соответственно, провязываем первый столбик из лицевых петель, точнее крайние столбики провязываем, а все остальные лицевые петельки у нас будут задействованы в четверках, с которыми будем работать. Ну, как вы догадались, 152 ряд изнаночный, в котором ничего не будет происходить, легко вяжется. Далее 153 ряд лицевой, в нем также ничего происходить не будет, никаких накидов, никаких убавлений, никаких обхватов четырех петель, да, то есть просто вяжутся петельки, как они на вас смотрят. И, соответственно, 154 ряд изнаночный вы тоже провязываете самостоятельно, там тоже никаких изменений. Мы с вами провязали 151, 152, 153, 154 ряды. Вот такая вот картина у нас уже с вами вырисовывается. Следом идет 155 ряд, в котором логично, что мы продолжим вывязывание рисунка. И у нас будет 4 обвития петель. То есть четверки. Все лицевые петельки перекрученные будут задействованы в четверках. Начиная с первой крайней, вот этой вот лицевой, начнут выстраиваться подряд четверки. Здесь же мы сделаем с вами накид, мы будем продолжать выстраивать змейку. Накид у нас будет стоять справа от змейки, соответственно, наклон в левую сторону. Я думаю, что вы, конечно же, самостоятельно справитесь с этой задачей. И далее провязывайте 156 ряд изнаночный, там никаких изменений. Вот что у вас должно получиться после провязывания 155 ряда и 156 ряда, да? То есть вот рисунок у нас уже подрос, 4 обвития мы сделали, накидики сделали, изнаночный ряд 156 провязали. Логично, что в следующем лицевом 157 ряду никаких изменений происходить не будет. Вяжем просто по рисунку. Вот как петельки стоят, так их и провязываем. Ну и логично, что следующий 158 ряд изнаночный тоже провязываем без изменений. Так, мы с вами добрались до 159 ряда. Он нам сейчас предстоит. Не забываем, что мы в этом ряду делаем накид и две петельки с наклоном вправо провязываем. Здесь, в области рисунка, мы делаем три обвития. Да? Помним, у нас рисунок таким образом выстраивается: одно обвитие, два обвития, три обвития четырех петель, затем четыре, затем снова три, потом четыре снова. Три мы уже с вами проделывали. Вы помните, как это делается, да? То есть непровязанными остаются две крайние дорожки из лицевых петель. Остальные петельки лицевые все задействованы в вот этих вот четверочках. Справитесь, разумеется, справитесь. 159 ряд провязываете, затем 160 ряд, просто изнаночный. После того, как у вас связан 159 лицевой, а следом 160 изнаночный ряд, вот такая вот картина получается. На просвет замечательно видно, да, наш рисунок. Три обвития, накиды мы поставили. Соответственно, в следующем 161 ряду лицевом ничего происходить не будет. Вяжем петельки просто вот как вот они стоят, так их провязываем по рисунку. Ну и, разумеется, следом 162 ряд вы тоже вяжете. Это изнаночный ряд. Сейчас у нас в работе уже 163 лицевой ряд. Ряд довольно интересный, потому что здесь у нас будут целых 4 обвития, то есть все лицевые петли рисунка будут задействованы в обвитии. И также не забываем делать накид. Накид у нас будет располагаться справа от змейки, соответственно, убавочка будет с наклоном влево. Я надеюсь, что вот этот момент вы все-таки контролируете, да? То есть, когда вяжете изнаночные ряды, вот эти вот петельки перекрученные, а они у нас на изнаночной стороне превращаются в изнаночные, то вы их провязываете обязательно тоже перекрученным образом, да? То есть, вы этот момент, пожалуйста, держите под контролем.
Ну что, значит, завершаете вязание 163 ряда, затем идет изнаночный 164 ряд. Самостоятельно, я думаю, что вы с легкостью с этим справитесь. Напомню, 4 обвития у нас происходит в этом ряду. Раз, два, три, четыре. Ну, разумеется, вы догадались, следом идет 165-й лицевой ряд, в котором ничегошеньки не происходит, ничего существенного, да? То есть просто вяжем петельки по рисунку. И затем, разумеется, следует 166-й ряд изнаночный, который вы тоже самостоятельно провязываете. Ну что, наступил черед 167-го лицевого ряда. А что будет происходить в этом ряду? Я думаю, вы уже догадались, да, исходя из того рисунка, который мы уже вязали, причем вязали дважды, то, в общем-то, мы уже приближаемся к завершению первой части рапорта. Нам нужно провязать в этом лицевом ряду два обвития, которые стоят после кромочных, ну, так скажем, крайних лицевых петель в рисунке. Да? То есть вот крайняя петелька, вот крайняя петелька. Соответственно, следом 4 петельки мы делаем обвитие, и 2 лицевые петельки у нас остаются по центру. Давайте теперь покажу вот здесь. Вот это для тех, кто, может быть, еще пока не ориентируется в рисунке. Итак, что сейчас будет происходить? Ну, во-первых, мы с вами поставим накид. Накид у нас будет слева, наклон будет направлен вправо. 2 петельки вместе провязаны по рисунку. Первую петельку лицевую провязываете скрещенным образом. Затем 4 петельки, ну и 2 изнаночные, разумеется, провязываются. Затем 4 петельки обвитие, 2 петельки центральные провязываются, просто провязываются как скрученные перекрещенные лицевые. Затем 4 петельки обвитие. И последняя из этих всех лицевых петель, последняя лицевая, тоже провязывается перекрученным образом. Разумеется, в конце вы тоже поставите накид. Накид слева от змейки, наклон вправо. Вот. Пожалуйста, проделайте эту работу. Это 167 ряд, напомню. Ну, а 168 традиционный изнаночный ряд провязывается очень легко. Ну, разумеется, вы догадались, следом идет 169 лицевой ряд, в котором ничего происходить не будет. Петельки провязываются все вот по рисунку, как они расположены, так вы их провязываете. И, разумеется, также идет следом 170 изнаночный ряд, где точно так же все петли просто провязываются, без изменений. На самом деле, нам с вами осталось вязать не так уж и много. Совсем скоро наступит тот момент, когда мы приступим к вывязыванию скоса боковых частей на спинке для того, чтобы подготовить плацдарм, так сказать, для воссоединения с бретелями спереди. А помните, вот спереди мы с вами не делали никакого скоса, то есть мы оставили ровную прямую кромку. Это намеренное действие. Сзади на спинке у нас будет скос. Это намеренное действие. Кстати сказать, я подсмотрела этот прием в старинном советском госте. Но, внимание, это касается мужского трикотажа, изделий мужского трикотажа. Знаете, действительно хорошая, удачная посадка получается на плече, независимо от того, какой формы плечо. А понятно, что все мы люди разные. У кого-то ровные плечики, у кого-то острые, зауженные, у кого-то покатые плечи. Действительно, очень удачная посадка. Ну все, отвлеклись, отдохнули немножечко. Поэтому предлагаю вам 169-й лицевой ряд провязать, как я уже сказала, без изменений. И 170-й изнаночный ряд тоже провязать без изменений. Ну и вот наступил черед 171 ряда лицевого, который завершает первую часть нашего длинного рапорта рисунка. В этом ряду нам предстоит сделать два обвития крайних четверок. Да, то есть у нас задействованы крайние лицевые петельки и соседние с ними. Остальные 4 лицевые провязываем просто вот по рисунку. Разумеется, делаем накид, разумеется, делаем убавление. В данном случае у нас будет с правой стороны от змейки накид вот здесь, и убавочка пойдет с наклоном влево. Я убеждена, что вы, разумеется, справитесь с этим самостоятельно, с этим рядом. Ну и 172 ряд изнаночный провяжете, в общем-то, тоже. Далее 173 лицевой ряд
вяжется просто по рисунку, без изменений, вот абсолютно все как по рисунку. 174 ряд изнаночный тоже провязываете без изменений по рисунку. А в 175 ряду мы с вами приступим к вывязыванию вот этой вот единственной обвитой четверки, да, то есть будем вывязывать вот этот вот ромбик по центру. Итак, давайте еще раз повторю. Значит, сейчас вам предстоит провязать 171 ряд, в котором сделаете 2 обвития по краям и поставите накидики, разумеется, справа. 171 ряд лицевой, 172 изнаночный, затем 173 лицевой, в котором ничего не происходит, просто по рисунку вяжете, и 174 тоже изнаночный. Давайте встретимся с вами в 175 ряду. Рада приветствовать вас в 175 лицевом ряду. И здесь начинается серединная часть раппорта. Вот этот вот ромбик начинается, да? И, соответственно, в этом лицевом ряду будет первое обвитие 4 петель, которые расположены по центру. А 3 лицевые петельки, точнее, 3 дорожки вот, из лицевых петель, они просто провязываются. Потом идет обвитие и снова 3 лицевые. Разумеется, также в этом ряду мы не забываем про накид, который будет стоять у нас слева от змейки. А 2 петельки вместе мы провяжем с наклоном вправо. А вот таким будет 175 ряд, 176 ряд, изнаночный вяжете по рисунку. Ну и как вы догадались, впереди нам предстоит провязать 177, 178 ряды, такие простые ряды, отдыхалочки, где ничего не происходит, петельки вяжем просто по рисунку. Итак, 177 и 178 ряд, встречаемся в 179 ряду. Мы с вами находимся уже в 179 ряду. В этом ряду лицевом мы с вами не забываем сделать накид. Накид у нас будет справа от змейки. Сейчас как раз я приближаюсь к этому участку и вместе заодно и проделаем. В принципе, уже привычное и понятное нам действие. Итак, вот у меня начинается рисунок. Первая изнаночная, затем накид. Накид, как я сказала, справа. И 2 петельки вместе с наклоном влево. Затем 3 изнаночные. В этом ряду мы с вами делаем 2 обвития. Помните, мы уже выстраивали ромбики такие, такого же рода. Соответственно, обвитие будет с двух сторон от предыдущего обвития центрального. Провязываем 2 дорожки из лицевых петель, 2 лицевые петельки перекрученные, а следующая лицевая петелька, третья, уже уходит в четверку, ту самую четверку, которую мы будем обматывать нитью. Итак, вот у нас начинает уже вырисовываться ромбик. Ну и далее по рисунку. Следом 180 ряд идет изнаночный. 181 ряд лицевой провязываете без изменений, никаких накидов вы в нем не совершаете, никаких убавлений тоже. Ну и, соответственно, 182 ряд изнаночный тоже провязываете без изменений.